Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как правильно работать на малом универсальном столике. У малого универсального столика идет три типа барашков. Малый по диаметру предназначен для зажима губки. Следующий по размеру винт предназначен для фиксации столика на кронштейнах. И, наконец, самый длинный тип винта предназначен для закрепления столика на рамку. Для того, чтобы выставить примерный угол заточки, необходимо ослабить оба винта, как с левой, так и с правой стороны, для избежания задиров на оси столика. И после этого выставлять примерный угол заточки. И после этого можно зафиксировать. С малым универсальным столиком идет два типа губок. V-образная и плоская. Их можно использовать как совместно, так и по отдельности. На самом универсальном столике имеется три технологических отверстия для размещения этих губок как по центру, так и по бокам. Губки выбираются и располагаются в зависимости от затачиваемого инструмента. И в этом видео я покажу пару наиболее распространенных примеров. Разберем пример с обычными бытовыми ножницами. Если же у них имеется винт и их можно разобрать, необходимо это сделать. Если же ножницы примерно как у нас, которые не имеют этого винта, то зажимаем, как в этом видео. Используя V-образную губку, устанавливаем ее по центру, винтом прихватываем, дальним барашком разжимаем для того, чтобы губка была параллельна самому столику. Для того, чтобы заточить ножницы в предыдущий угол заточки, необходимо воспользоваться маркером. Наносим его на подвод ножниц и, ориентируясь на след от абразива, выставляем необходимый нам угол заточки, поднимая или опуская реечный подъемник. Если нам для заточки требуется более точный угол заточки, воспользуемся электронным угломером. Обнуление электронного угломера происходит относительно плоскости самого столика. Обнуляем. И после этого устанавливаем на держатель абразива. И добиваемся необходимого нам угла заточки. Предположим, это у нас будет 45. Выставили, зафиксировали. Для зажатия стамески мы убрали барашек и заменили его на винт от второй губки, тем самым надежно зафиксировав саму стамеску. Если при зажатии какого-либо инструмента использование губок становится неудобным или невозможным, то можно использовать струбцину, прижав инструмент к самому столику. Малоуниверсальный столик является инструментом, который расширяет возможности заточки и при бережном использовании прослужит вам очень долго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.